В детстве о своем мотоцикле мечтал каждый. Сегодня время воплощать мечты в жизнь. В наших программах мы покажем вам тест-драйвы мотоновинок, сюжеты о людях, которые выбрали жизнь на двух колесах, и репортажи о мотосоревнованиях. Ровно с тех самых пор, когда колесная телега перестала нуждаться в лошади, ее водители начали думать о том, как улучшить проходимость своих транспортных средств. И так ведь придумали же, то тут, то там можно встретить автомобиль, у которого вместо колес установлены 4 гусеничных полотна. Ну а где автомобили, там и квадрики. Меня зовут Павел Курлапов, это программа «Два колеса». И сегодня мы говорим, пожалуй, о самом необычном квадроцикле на гусеничном ходу и попробуем разобраться, насколько такая конструкция имеет право на жизнь. Погнали! Чтобы не быть голословным, окунемся в историю. Гусеничные или полугусеничные движители ставили на автомобили еще 100 лет назад. Полугусеничный Паккард был у Николая II, и Владимир Ильич в 22-м году обзавелся Роллс-Ройсом на гусенице. Немецкие бронетранспортеры Зондеркрафт, Фарцук фирмы Ханумак в кино про войну видели все. Да и в наши дни о гусеницах не забывают, что наглядно доказал гонщик Кен Блок. Несмотря на всю экзотичность этой конструкции, свои гусеничные комплекты есть в модельных линейках практически всех производителей квадроциклов. Но поскольку в правительственных кругах у нас на хайпе сегодня импортозамещение и отечественный продукт, мы будем ему следовать. Поэтому сегодня у нас в качестве донора используется квадроцикл Stealth Gepard. Самый младший гепард с объемом двигателя 650 кубических сантиметров. Я могу сразу сказать, что это, пожалуй, нижняя планка объема двигателя, на которую вообще стоит устанавливать гусеничный комплект, поскольку менее мощные и менее тяговитые двигатели просто не справятся с возросшей нагрузкой, и квадроциклу будет очень тяжело. Конечно, хотелось бы иметь под баком литровый мотор или хотя бы 800-ку, однако и 650-кубовая V-образная двойка вполне справляется с гусеничным движителем. Младший гепард развивает 52 силы и 60 ньютон-метров момента. Вариаторная трансмиссия имеет понижающий ряд и полный привод. Как раз то, что нужно для езды на гусеницах. Свои комплекты гусениц есть и у BRP, и у Polaris, и у Arctic Cat. Есть фирмы, которые производят универсальные гусеничные комплекты, которые подходят на разные модели квадроциклов. И не отставая от этого тренда, компания Stealth также выпустила свой комплект гусениц, который тоже подходит и на квадрики Stealth, так и на другие модели ATV. Это уже не первая версия гусениц Stealth, уже, скажем так, это уже вторая версия гусеничного комплекта. И отличается от первой версии гусениц он прежде всего тем, что здесь использована тракторно-танковая система подвески гусеницы без склизов. То есть гусеница крутится по роликам. И именно поэтому этот комплект можно использовать не только зимой по снегу или по воде, но и в любое другое время года на любых типах покрытия. Так что это совершенно универсальный всесезонный комплект. Но мы будем говорить сегодня не столько о конкретном квадрике на конкретных гусеницах, сколько о феномене гусеничного квадроцикла в целом. Насколько он проходим, насколько он лучше или хуже справляется с разными типами препятствий и вообще какие особенности эксплуатации могут возникнуть при управлении таким необычным транспортным средством. Тем не менее, пара слов о гусеницах S-Pro. Рама гусеничного модуля выполнена из стали, поэтому вес каждой тележки составляет внушительные 4 десятка килограммов. Суммарно более 1,5 центнеров. Заметная прибавка к массе АТВ. Но зато, по крайней мере, внешне конструкция выглядит добротно. Сразу видно Made in Russia, кондово и надежно. Еще один нюанс – это то, что каждая гусеница весит практически 40 килограммов. То есть многократно возрастают неподрессоренные массы и, как следствие, нагрузка на подвеску, на механизмы рулевого управления и вообще на всю ходовую часть в целом. Поэтому о каких-то быстрых прохватах, тем более прыжках, преодолении каких-то бугров или неровностей хода можно совершенно точно забыть, иначе уже через несколько километров вы получите очень серьезные, если не фатальные повреждения. Поэтому понижающая передача и очень вдумчивое и неспешное преодоление
каких-то препятствий, неровностей. И вообще скорость движения на гусеницах, конечно же, многократно уменьшается. Ну что же, хватит теории, пора надевать шлем и отправляться в пампасы. Погнали! К управлению квадроциклом на гуслях приходится привыкать. Поводка имеет мало общего с привычным. Во-первых, невероятно тяжелый руль. К вечеру можно запросто заработать боль в мышцах. Стоит ли говорить о том, что скорость езды на гусеницах значительно ниже, чем на колесах? А что такое динамика разгона, вообще можно забыть. Она снимается с квадроцикла вместе с колесами. Зато аппарат уверенно держит траверсы на склонах, да и вообще становится заметно устойчивее. Словом, тракторы есть. Конечно, проходимость и способность к вытягиванию себя и других из всяческих засад феноменальная. Но вот в глубокие колеи лучше не попадать. Наверх выскочить не получится. Да и других нюансов управления хватает. В отличие от классической гусеничной техники с двумя полотнами, на колесное транспортное средство можно установить лишь 4 отдельных гусеничных модуля. И именно это пространство между осями и кроет в себе самую главную опасность такой схемы. У передней гусеницы угол атаки достаточно велик для того, чтобы она могла всходить на какие-то неровности. Но у задней гусеницы угол атаки практически нулевой. И сделать его больше практически невозможно. Поэтому даже если передняя ось смогла взойти на какое-то препятствие, вот, например, на такое лежащее посреди дороги бревно, то задняя гусеница будет стремиться не напрыгнуть на него, а подкопаться вниз. И вот здесь мы и сталкиваемся с тем, что квадроцикл намертво застревает, потому что двигаться задним ходом он также не может из-за того, что угол атаки заднего края гусеницы также практически нулевой. И вот именно здесь надо понимать, что все подобные препятствия нужно или объезжать, или возить с собой бензопилу. Но это, конечно, мы сделали специально для того, чтобы показать такую засаду. Сейчас мы просто вынем бревно и отправимся дальше. Но выезжая в лес на гусеничном квадре, надо всегда помнить про такие засады. Бензопила или хотя бы цепная пилка – не единственное, что нужно иметь в лесу в бардачке гусеничного квадроцикла. Настоятельно рекомендую иметь и набор инструмента. Надежность надежностью, но случиться может всякое. Вот такое тоже, к несчастью, случается с гусеницами на квадроциклах, причем, в общем-то, на всех моделях, которые есть в природе. И происходит это потому, что, во-первых, полотно достаточно короткое, и оно при повороте испытывает достаточно серьезные боковые нагрузки. Если хотя бы чуть-чуть не дотянуто полотно или, может быть, какие-то другие внезапные ситуации могут возникать, или какой-то удар в переднюю часть гусеницы, особенно на перегибах земли, на спусках с горы, как вот у нас сейчас, то иногда происходит сход полотна с роликов. Но это не фатально. Достаточно иметь в нашем случае два ключа на 17 и на 19, ослабить натяжительный узел, надеть гусеницу обратно и снова натянуть, и можно продолжать путь. Так что я думаю, что через минут 15-20 и я тоже смогу продолжить свое путешествие. Все, погнали дальше. Определенно, гусли на квадрике – штука любопытная и в некоторых случаях очень полезна. Именно гусеничный квадроцикл вытащит крепко влипшего в трясину собрата, да и застрявшие машины справятся. Так что в серьезных заездах он будет кстати. Если выпадает действительно много снега, именно он сможет его расчистить, ведь в отличие от колесных собратьев, не будет буксовать, собрав на отвал даже огромную кучу снега. Зимой он сможет частично заменить снегоход, если не лезть в совсем уж гиблые места. Да и на любой тусовке станет главным шоу-стопером. Да, конечно, одного дня катастрофически мало для того, чтобы полностью во всех возможных условиях испытать такую необычную технику. Мы не добрались до болот. Конечно же, сейчас еще нету снега, хотя очень хотелось бы испытать его в деле именно в глубоком снегу. Тем не менее, очевидно, что машина достаточно специфична и требует к себе очень аккуратного и внимательного обращения в эксплуатации, в управлении. Но, тем не менее, самое главное – это слезать с дивана, отправляться туда, где нет дорог и есть приключения. Это была программа «Два колеса». Я Павел Курлапов. Встретимся в бездорожье. Пока!